Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Очень плохие мамочки, идеальная мать, прекрасная жена, хорошая домохозяйка с успешной карьерой. Но стоит немного расслабиться, как тебе сразу напоминают о твоих обязанностях. Почему только мужчины имеют право развлекаться? Сколько же можно это терпеть? Пора команде отчаянных мамочек пуститься во все тяжкие. Одноклассники. Пять друзей детства встречаются после 30 лет разлуки в летнем доме у озера на уикенд в День независимости. Они приехали сюда с семьями, чтобы почтить память школьного тренера по баскетболу и отпраздновать 30-ю годовщину чемпионата, в котором они вместе выиграли. Копы в глубоком запасе 2010 года. Нью-йоркские детективы Ален Гэмбл и Терри Хойтс ведут полицейскую бухгалтерию. Гэмблу такая работа в радость, Хойтзу – наказание. Когда напарникам представляется шанс выйти из тени, прийти на помощь своим кумирам, детективам Дэнсону и Манцетти станет ясно, что бухгалтерию Гэмбла и Хойтза сослали не зря. Соседи на тропе войны. Охота на дикарей. Рики Бейкер – упитанный городской хулиган. Сотрудница социальной службы Пола отвозит подростка в сельскую местность, где живет единственная готовая принять его семья – Белла и ее нелюдимый муж Гек. Нев 2016 года. Поддавшись на уговоры одноклассниц, Тихоня Ви открывает для себя мир популярной онлайн-игры Нерв, где участники выполняют задания разной степени сложности, которые придумывают для них другие пользователи. В случае успеха игроки получают очень неплохие деньги. Ви проявляет неожиданную для самой себя смелость и отсутствие комплексов, и в очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!